Audi A3 сменила поколение, но сохранила хорошо узнаваемый образ прежней машины. Чтобы опознать новинку, нужно вдумчиво приглядываться, буквально высматривая пресловутые 10 отличий. По габаритам тоже ничего нового. В длину и ширину новая Audi A3 подросла совсем незначительно, а высота и колесная база вообще остались прежними. И только интерьер совершенно другой. Делая упор на драйверские ценности, авторы салона создали вокруг водителя полукокпит, слегка развернув центральную консоль. Для большего эффекта по бокам панели приборов расставлены мощные воздуховоды. Аналоговая панель приборов по последней моде отправлена на покой, при этом виртуальная приборка более крупного размера, чем на Гольфе или Октавии. Вместо убирающегося экрана медиасистемы появился стационарный. Гамма двигателей на старте продаж оказалась удивительно лаконичной. В списке значится только один бензиновый турбомотор плюс пара турбодизелей одного объема. Младшему из дизелей полагается полузависимая балка сзади, а всем остальным — полноценная многорычажка. Что касается коробок передач, то на выбор предложены шестиступенчатая механика и семиступенчатый преселектив. Позже линейку моторов обещают расширить, а также добавят полный привод и гибридные варианты. А пока европейские дилеры начали прием заказов на то, что есть. К старту продаж приготовлена специальная комплектация Edition One. У нее очень богатый набор оборудования, а также несколько интересных нюансов. Это матовые вставки серого цвета на кузове, 18-дюймовые колеса особого дизайна, плюс затемненные матричные фары.